гражданский Мы собрались сегодня здесь, чтобы отметить профессиональный праздник тех, чья трудовая деятельность связана со строительством. И действительно, сегодня в зале цвет строительного комплекса Тверской области. Самый умелый, самый дерзновенный, самый предприимчивый, самый умудренный, самый рукастый. Мне очень приятно сегодня стоять на этой трибуне. Я обращаюсь к вам поздравить в вашем лице всех ваших коллег, всех людей созидательного труда, настоящим профессиональным праздником. Нам есть что показать, представить, предложить людям и не замечать. Итоги года просто невозможно. Что хотелось бы в первую очередь отметить? И официальные данные, и живые примеры говорят о том, что мы вместе смогли преодолеть достаточно непростой для отрасли период, и сегодня есть заметное движение вперед. А как известно, если строительство развивается, значит, есть стабильность и будут перспективы и у региона, и у страны в целом. Во все времена ваш профессионализм, опыт, активная жизненная позиция, умение эффективно работать в сложных условиях служили гарантией успеха Верхнего Волжья. Более того, с первого дня его летописи неизменно присутствовали люди в вашей профессии. Одной из самых мирных, самых благодарных, благородных профессий на Земле. Сегодня я хочу сказать особые слова в адрес наших глубоко уважаемых ветеранов отрасли. Много лет назад именно благодаря вам наша область, разрушенная в годы Великой Отечественной войны, была восстановлена из руин. Не будь у нас такого мощного строительного комплекса, сегодня экономика региона не смогла бы развиваться. Я хотел бы воспользоваться этой трибуной и сказать вам слова благодарности, искренней признательности от всех жителей региона. За многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие экономического, социального и культурного потенциала Тверской области почетным знаком губернатора Тверской области крест святого Михаила Тверского награждается Бродская Нона Григорьевна. Присвоивается звание Тверской области, почетный строитель Тверской области, Аристовой Наталье Васильевне, начальнику отдела комплексного проектирования общества с ограниченной ответственностью, проектный институт Тверь, проект «Город Тверь». Инженеров, рабочих. Я отрадно, что сегодня все наши проектные организации
не просто сохраняют свой потенциал, развиваются, внедряют новые технологии строительства. Награждаются Антощенко Владимир Александрович, главный инженер общества с ограниченной ответственностью город Энергосбыт, город Ржев. Зверев Денис Викторович, исполнительный директор открытого акционерного общества строительной фирмы «Тверь Агрострой», город Тверь.